А сейчас у него спросим. Сюда, да? Вот так? А это туда, давай. Два внутренних, два наружных. Так, два внутренних. Вот так. Бери себе два внутренних. Вот стой это здесь. А два наружных туда. Давай. Вот, все. А это два наружных проходит сюда. Так, давай. Не-не, за трубу. Давай, все равно. Пушка не получится, пушка в кабину упрется. Чуть-чуть выше сейчас. Только так ему мордой заехать. Готов двигатель на этот танк. Остается, у нас подготовлены специалисты все. Они ждут, да, ждут. Для того, чтобы мы подсоединяем двигатель, разваливаем башню. И это настоящий боевой танк. Да. Значит, он, я думаю, еще окажет пользу нам в борьбе с неофашизмом, с этой оккупацией. И освободим наш Донбасс, это наша земля. Вот сюда расстрелка, это город. Все не своим городом. Несколько дней назад забрали две противотанковые пушки.
времен Великой Отечественной войны. Вот. А сегодня забрали танк Т-64. Вот. Ну, это уже, как говорится, была не первая попытка забрать. Вот. Раньше мы нам удавалось объяснить, что это техника времен Великой Отечественной войны, и она как бы, ну, не совсем пригодна для ведения сегодня боевых действий. Вот. Но вот, к сожалению, вот в этот раз нам не удалось убедить, да, то есть нам сказали, что будет техника реставрирована, да, и она сможет принимать в боевых участиях, да. Ну, я не знаю, я не специалист в этом, да, но вот как, по мнению специалистов говорят, что, к сожалению, наверное, ну, все-таки она не сможет работать. Ну, она не сможет работать почему? Что ну, говорят специалисты? Ну, потому что, то есть, там она, это техника времен войны, которая была специально демонтирована, то есть, и она сделана так, чтобы она милитаризирована, как это правильно сказано, для того, чтобы она не смогла быть рабочей. Вот и все, да. Ну, они убеждают нас в том, что она сможет работать. Вот, но, к сожалению, наши аргументы не привели ни к чему, да, ну, и, как вы понимаете, с вооруженными людьми, ну, аргументов очень не сильно много можно привести, когда все с автоматами, да, а ты, в общем-то, без ничего. Поэтому, к сожалению, нам вот пришлось